Продолжается благотворительный марафон «Умножим храма красоту». За прошедшую неделю в церковную кружку прихожане опустили 57 тысяч рублей. На счет собора администрации города и района перечислили 60 тысяч рублей. 150 тысяч пожертвовала ООО «Ангарск-проект» и 50 тысяч рублей «Ангара-реактив». Детские учреждения тоже внесли свой вклад в размере 28 тысяч рублей. Таким образом, за неделю было собрано 347 тысяч. Учитывая предыдущие вложения, в целом на роспись храма ангарчане пожертвовали более 2 миллионов рублей.